Очень радуются болельщики, что атмосфера улучшается. Вот вчера появилось коллективное фото, где была подпись «Один за всех и все за одного». Хотелось бы узнать, чья это идея и ну, как решили сделать это фото и что им хотели сказать. Let's say it's our job to everybody to help the teammates. Что касается акции в поддержку Глушевкова, то здесь инициатива исходила непосредственно от всех игроков команды, так как команда понимает, что если одному из игроков в ней некомфортно, то некомфортно всему коллективу. И если некомфортно коллективу, то, соответственно, начинаются проблемы. Поэтому мы решили провести такую акцию и намерены поддерживать так не только Глушакова, но и остальных членов коллектива. У меня вопрос к главному тренеру. К первому матчу с Рапидом вы как бы отношения не имели, но наверняка его смотрели, какие выводы из него сделали, на что стоит вам обратить внимание в предстоящей встрече. Спасибо. Ну, в первую очередь, нам нужно обратить внимание на самих себя. Это на наш футбол, который мы хотим показать. Конечно, мы изучаем соперника, знаем как сильные стороны команды, так и те недостатки, которые у них есть. Команда достаточно серьезная. Команда, конечно же, Рапид будет играть и отдаваться полностью игре и результату. Конечно, мы это все осознаем и готовимся со своей стороны очень серьезно для того, чтобы, конечно же, сделать результат. Вы много делаете, да, для того, чтобы вот наладить ситуацию в команде, отношения с болельщиками, части игроков. Наверняка вы тоже какую-то инициативу проявляли в плане вот фотографии. Можно ли сказать, что конфликт капитана с болельщиками мешает, ну и вообще вот эта вся ситуация мешает игре команды? Все, что делает команда, все, что делает клуб, это одно целое. Нам самое главное для того, чтобы мы играли и показывали результат, нужен фундамент. Фундамент – это единение, а в единстве – это самое главное, что есть в команде. Только тогда будет победа. Вы на предыдущем матче состав говорили, ну дали возможность да, сыграть, как вы сказали, старикам в связи опять же, с этой ситуацией. В составе, конечно, не скажете, но может ли быть такая ситуация в матче с Рапидом? Или уже будете ориентироваться игровым качеством тоже? Я всегда ориентируюсь по игровым качествам. Это в первую очередь. Что касается стартового состава, у нас сегодня тренировка. И мы после тренировки будем определять 18 игроков, которые будут готовиться к игре. Игра очень важна для нас. Поэтому, конечно, наша задача выбрать тех игроков, 18, которые принесут нам результат. Предыдущий исполняющий обязанности главного тренера Рауль Веранча очень много уделял внимания ротации состава. Я понимаю, что вы не назовете состав, вы только что сказали про 18 игроков, но в эти выходные очень важный матч с Локомотивом в чемпионате России. Поэтому вот вопрос ротации здесь будет касаться того, что насколько вот приоритет сейчас клуб расставляет, где победа и более оптимальный состав с точки зрения физической, да, готовности футболистов. Что важнее для «Спартака» сейчас, чемпионат России или Лига Европы? Потому что матч все-таки решающий за выход из группы, можно сказать. Ну, косвенно уже сами отвечаете на этот вопрос. Поэтому, конечно, я также повторю, для нас очень важен завтрашний матч. Мы на него сейчас делаем полный акцент. А то, что будет после этого матча, вот тогда мы уже будем смотреть и анализировать, в каком состоянии игроки, кто может быть готов и сильнее будет уже для того, чтобы играть против Локомотива. Поэтому акцент, конечно же, на этот матч. Что касается состава,
что я не сторонник больших ротаций. Австрийские команды играют в стиль немецкой команды. Они очень трудны были в свое время для российских команд. Какова вот ситуация внутри команды, атмосфера психологическая, Спартак готов противостоять сегодня? И, пожалуйста, оценивайте игру Сефиан Хани в команде на сегодняшний день. Команды Германии, Австрии, сходство, ну, я думаю, достаточно большое в том плане, что команды достаточно организованы. Команды подбирают игроков дисциплинированных, которые могут играть в командной игре и, конечно же, готовы физически на все 90 минут, а может быть и больше. Поэтому достаточно высокий темп игры, как и в Бундеслиге Германии, так же и в чемпионате Австрии. Что касается нашего противостояния с командой, мы подходим к этой игре достаточно в хорошем психологическом состоянии. Мы выиграли нашу игру в чемпионате, и настроение у нас отличное. Сегодня у нас тренировка, и мы также отработаем определенные тактические варианты нашей игры. Конечно, как и все игры, которые у нас есть, мы готовимся очень основательно. Поэтому завтра игра покажет, в каком мы как состоянии и эмоциональном, психологическом, так же, как мы готовы и тактически. Поэтому, конечно, мы ждем этой игры. Лига Европы – это другой турнир. Он более, можно сказать, эмоциональный. Игроки очень, чем чемпионат в какой-то степени. И игроки очень подходят с определенной долей такой, наверное, радости и праздника. Ну, конечно же, и ответственность. Что касается Софьяна, Софьян проводит очень качественно все тренировки. Мне нравится, как он работает, мне нравится его понимание своей позиции и требований, которые я ставлю перед футболистами, и в частности перед ним. Надеюсь на его прогресс, ну и, конечно, на его и мастерство, и, в конечном итоге, и результат. Услышали про австрийский и немецкий футбол. Все-таки хотелось бы поподробнее прорабить, может быть, пару фамилий, кого выделите из стана соперника, и какой команда показалась, в том числе Софьяну, да, Спартак уже играл в Австрии. The game we play against Rapid, I watched this game on the, from the... Софьян сказал, что, к сожалению, в предыдущей игре в Вене он участие не принимал, наблюдал за игрой с трибуны. Тем не менее, он отметил, что атакующая линия Рапида хороша, и завтра придется команде не просто, нужно будет играть сконцентрированно, собрано. Также, что касается выделения кого-то по-персонально, Софьян таких фамилий не назвал, сказав, что он предпочитает не думать о сопернике, а сфокусироваться на действиях и на тактике, которая завтра будет играть Спартак. Что касается продолжение этой темы, да, то в первую очередь, конечно, мы изучаем каждого из игроков соперника. У нас есть определенное видение, кто из игроков соперникам делает результат. И один из них – это капитан команды, который играет в центральной зоне. Полузащитник, Шваб. Далее я не буду говорить, потому что это все достаточно будет изложено нашим футболистам. Но как я согласен с Софьяном, и в принципе уже я озвучил команду. Самое главное – наша игра. И как мы будем от нее отталкиваться. Что касается командных действий игроков, которые были в
том матче в Австрии. И сейчас команда немного видоизменилась, потому что там также новый тренер. И, в принципе, тактическую схему они используют одну, но немного разное построение игры. Опять же, это все будет указано игрокам сегодня. И действительно, матч был с Крыльями, провел отличный матч. Софьян, вот хотелось бы узнать, это вот наверняка связано с новыми тактическими заданиями, как они изменились таким образом, что Софьян так себя смог проявить, и чувствует ли он себя сейчас наиболее комфортно в роли такого свободного художника на поле? This tactic helped me a lot to play my game, to be more. Софьян сказал, что да, при новом тренере мы больше акцент делаем на владении мячом, на передаче, и это помогает мне чувствовать себя уверенно на поле. Тем не менее, я считаю, что это была хорошая игра, но это была не лучшая игра, и нам все еще есть куда расти, у нас впереди еще много игр, и, несомненно, есть куда расти. Олег Георгиевич, ну, традиционный вопрос вот по поводу состояния игроков. Нет ли микротравм или, может быть, каких-то помех в том, из-за чего кто-то из игроков не смог бы сыграть завтра? И отдельно про Лоренцо Мельгареха хотел бы узнать. Вот, пожалуй, впервые за долгое время вы выпустили его на правом фланге. И вот как вам его игра именно на этой позиции? Игроки все готовы играть, кроме Фернандо, у которого дисквалификация. Что касается Мельгареха, он провел хорошее время, отведенное ему. Сейчас он конкурирует и сегодня будет составлять конкуренцию тем игрокам на своей позиции, которые он играл. Это в первую очередь, я его рассматриваю в большей степени игрока атакующего. То есть игрока, который может сыграть и справа, слева в атаке, и так же, как и центральный нападающий. Вот. Ну, а дальше посмотрим. Что касается игры, то его, то еще раз могу сказать, что и Софьян, и Мельгареха отыграли игру, которая уже стала историей. Завтра очень важная игра, где они должны, если будут играть, показать на все 100%, что они намного сильнее, чем были в прошлой игре. У вас нет Загнина, нет Фернандо завтра. Можно ли сказать, что этот матч как раз та самая игра, где Ушаков должен доказать, что он насколько он важен для Спартака, что он действительно настоящий капитан команды? Ну, во-первых, то, что важен для команды, доказывать должен каждый из игроков, независимо, капитан он или не капитан. Начнем с этого. А тема Дениса, я думаю, надо заканчивать. Все остальное на футбольном поле.